Я думаю, члены сможет поддержать Россию и международная встреча. Я думаю, мы должны будем поговорить. Это о следующих 20 минутах и по всей планете. Go!
обоим спортсменам аплодируем. На сегодняшний день это два лучших кикбоксера планеты. Равные победы становились чемпионами мира. Принципиальный поединок по очкам одержал мастер спорта зеленого класса Никита Селянский, город Красноярск. As a woman.